Ой, извините. Доброе раннее утро, друзья мои. Продолжаем катать American Truck Simulator, версия 1.46. С вами Олег Драйвер. Давай в дорогу. Ой. Сейчас, подождите, потянусь. Что у нас сегодня происходит и где я нахожусь? Вообще-то я нахожусь в спалке своего трака. Mac R-серия. 315 лошадей. 13-я коробка Итон. Выспался вроде нормально. Ой, ради бога, простите. Так, 4 часа утра, начало 5. Нормально, слушай, встал вообще безо всякого будильника. Думаю, высплюсь, как получится, так и получится. Все, я мужик не бедный, у меня свой трак есть. Работать не хочу. Так, сейчас, значит, у меня вот туда схожу. Приму душ, позавтракаю. Я вчера заранее узнал, что можно заказать на завтрак. Ну, будет это или нет. И я сейчас отведаю божественную яишенку с беконом и большую кружку кофе со сливками. И обязательно пару горячих тостов со сливочным сыром. Или сливочным маслом, если сливочного сыра не будет. Вот как-то так. Ну что, давай встретимся чуть позже. В 5 часов, когда уже буду выезжать в рейс. Кстати, есть уже груз, поедем во Флориду, как я и хотел. Ну, правда, не совсем туда, куда хотел, но во Флориду. Все, сходил, позавтракал, как и хотел. Божественную яичнику навернул с беконом. Два горячих тоста. Сливочного сыра у них не оказалось, просто сливочным маслом. Просто принесли тосты горячие, и это я их сливочным маслом тут прямо и намазал. Прямо на сковородочке принесли. Так, ну что, то есть не в тостере сделанные, а поджаренные хлебцы получились такие. Ну, все равно, что тосты. Ну, короче, вкусно, все, не доебывайся. Так, ну что, есть груз, сейчас пока давай. Начинаем движение. Да подожди ты, господи. Так, габаритки, ближний, дальний. Так, все работает. Сейчас пока все прокачается, движок чуть-чуть прогреется. Пошли посмотрим, что у меня по грузу. Есть груз во Флориду. Так, вот я его уже забронировал. Отметим. Везем пахта. Груз пахта. Это обезжиренные сливки, побочный продукт. Господи, сейчас только про масло говорил. Побочный продукт при производстве сливочного масла. Обезжиренные сливки. Ни хрена себе такой двойной прицепчик. Вариантов нет, только двойной. Ну да бог с ним. Так, 45. Это в пределах двадцатки будет. А что, в один прицеп нельзя было это все это запендюрить? А, там поди по месту. А, в Орландо. В Орландо везем. Нормально так, слушай, хороший ход. Это мне так, 14 часов. И сдается мне, что я сегодня не доеду. Хотя, так, воскресенье, утро раннее. И ждут нас в понедельник. Ну, сейчас пока еще доеду. Кстати, время поменяться может. Пока доеду, прицеп заберу. Может поменяться время. Так, в понедельник 6:03 вечера, после полудня. Так, берем, конечно, о чем речь. Поехали. Да, поехали. Так, все, я готов. Я готов. Так. За ночь соскучился по работе. Мать твою идти. Так, коллега тут вроде вчера стоял, да? А что, он уже уехал, ни хрена себе. Я даже не помню, кто тут стоял вчера. Красавчик. Это я что, спал с открытым окном? Охренеть. А я думаю, что так у меня прохладно вообще в кабине, так свежо. Это склероз, конечно. Все, все, давай уже на карту переключай, уже не надо мне уже нигде вставать, уже все, ехать надо. Ага, тут столько места для сна, что прям хоть тут вставай.
Так, направо вижу. А, так тут совсем рядышком, через перекресток буквально сейчас. И с правой стороны. Отлично. Выехал специально сегодня пораньше, побольше до обеда проеду. Поверните направо. Двигайтесь прямо. Держитесь правее, затем поверните направо. Поверните направо. Так, нам сюда. Приехали на выклад. После Европы, конечно, надо к Америке вот привыкать. Надо привыкать. Так, сейчас забираем груз. А, нет. Менять-то можно уже, когда ты уже доехал. Тогда можно прицеп менять. Значит, так, смотрим. Дабл у нас на 45 тысяч идет. То есть, чем больше вес. Так, на трех осях. Уже 43 тысячи и денег чутка поменьше. Так. Ну да, вот такой возьми. Это еще меньше, наверное, будет, да? Нет, также 43. Давай тогда дабл берем. Ехать все мне вос... Я бы еще и тройняк бы взял бы. За нифиг делать. Все-таки у 45 тысяч. Это около 20 тонн. Так, все, берем. Берем, загружаемся. Ну, хрен с ним там. Ага, вижу. Вон стоит наш красавчик. Так. Так, надо мне вот там развернусь, получается, да. Мне отсюда неудобно будет заезжать. Вот сюда. Так, бляха-муха, задену. Ничего страшного. Так, заезжаю отсюда, нет. Маленечко надо было, сука, маленько дальше надо было заехать. Чуть-чуть не хватило. Вот теперь нормас будет. Теперь будет хорошо. Маленько под углом. Будьте внимательнее на дороге. А поаккуратнее нельзя. Пошли, зацепимся. Сейчас, как всегда. Bushnell Farms. Цепляем. У меня не установлено никаких модов, ни на грузы, ни на реальное название компаний. Чтобы, не дай бог, ничего тут не повылетало у меня. Итак, как бы карта тяжелая. Кстати, я же не сказал, что у меня за карта. Ёперный твою театр. Хотя некоторые товарищи, что ты каждый раз карту показываешь? А другие подписчики пишут. О, с АБС у нас есть тут все дела, а ты смотри. Если АБС работает, то значит фонарь горит, значит АБС работает. Ладно, понятно, все хорошо. Так, сейчас сядем, пока
разберемся тут с навигацией. Вот такой дабл повезем. Два рефа. Повезем пахту. Почти 20 тонн. Ну, значит, так надо. Значит, я туда привезу эту пахту. И ее, видать, эти два прицепчика сразу разбирают по каким-то разным, допустим, там, фирмочкам, по другим каким-то городам, там, я не знаю, развезут ее по месту локальщики. Так, все, у меня два зеленых, все работает. Так, значит, что у нас с картой? Карта — это KDOGS Map America 1.46. Поэтому у меня есть другой профиль, где у меня там куча грузовиков, куча денег, все там уже, все, что надо, все, что не надо, все уже пооткрывано. И мог бы эту карту поставить туда. Но эта карта есть только пока, самый последний вариант, пока только в 1.46 версии для АТС есть. Поэтому мне пришлось начать новый профиль, откатиться на 1.46, 1.47 и поставить вот эту карту. Ну, пока я не пожалел. Здесь есть Мексика, здесь есть Coast to Coast, Canada Dream, и здесь есть даже Аляска. Обалдеть! Что я сейчас планирую, как я уже озвучивал ранее? Дойти до Key West во Флориду и потом где-нибудь как-нибудь вот так вот, как получится, заехать в эти степи и потом по Канаде свалить. Сюда бы тоже, конечно, Yellowknife. Да. А, кстати, смотрели Ледовый путь? Так это же на шахту Yellowknife. Тут, смотрите, сплошные, мать его, озера, да, вот это тоже большое озеро. Ледовый путь так и называется этот сериал, посмотрите, французский сериал. Он, ну, не французский, наверное, или канадский, на французском языке он идет в оригинале. Yellowknife. Да, вот сюда там на шахту возили разное оборудование. Так, а откуда они возили? По-моему, с Кличо. Так, Эдмонтон, да. Так, все, не отвлекайся. Вот, в общем, в эти степи хочу скататься. Ну, хотелось бы, чтобы по дефолту ребята с СС вот эту тему на Аляске, блин, пробили бы. А здесь столько дорог есть. Есть разные фирмы, куда можно доставлять. Здесь такие красоты, а. Обалдеть, вот. Сюда-то тоже есть жизнь, тут тоже есть дороги. И очень красивые места, просто обалденные, атмосферные. Если бы, ребята, вот после... Да, по большому счету, даже бы если бы они маленечко отодвинули бы Америку и начали бы делать чуть-чуть Канаду, потому что через Канаду все равно ты на Аляску поедешь, по-другому никак. И потом Алясочку сделали. О, я бы даже согласен еще пару лет подождать, но чтобы была Канада и Аляска. Но только здесь уже такая нормальная, расширенная сеть. Но здесь, правда, дорог нету вот в этих местах, они здесь вот все идут. Вот. Тут уже самолетами все летают. Что-то ты разумничался. Вот такая, короче, большая карта. Под этим видео вы найдете ссылку на видео, в котором автор рассказывает, не мое видео, в котором автор рассказывает, как поставить эту карту. И в его, и под этим видео, под его, внизу в описании будет ссылка на эту карту. Внимательно посмотрите, если это вам надо, посмотрите внимательно, не спешите. Я уж на что такой нифига не продвинутый юзер, и то я со второго раза, ага, разобрался. Так, ну что, друзья, я готов. Опа. А навигацию? Navigation. Так. Короче, как есть, так я и поеду. По пути только возможно. Так, ну, здесь нам открывать нечего. Здесь было кадровое агентство, я открыл. Так. Специально с даблом заезжать, знаешь, это такое еще
удовольствие куда-то таскаться с ним. Вау, вау, вау. Ну, здесь тоже я не поеду специально. Здесь мне по большому счету, здесь вот на этой карте Coast to Coast, как бы и не важно что-то открывать. Потому что в этом профиле я буду катать грузовики модовые. Ну и для них не надо открывать автосалоны. Сами знаете, почему и как. Ну вот потом уже как бы, ну Кенворта заеду, открою, ну да бог с ним. Хотя это не суть как важно. Так, все, друзья, я готов. Отправляемся в путь дорогу. Так, я готов. Так, так, первая пониженная, черепашковая называется, да? Да, конечно, у нас не самолет, но двадцатку мы, в принципе, вообще без проблем тянем. Но если ты какой-то тяжелый груз возьмешь, лоубой, там какой-то там трактор, погрузчик, там тяжеленный, подсороковник, тонн, это 90 тысяч паундов будет. Тогда да. Так, как идет навигация, так и поедем. Поверните налево. Зараза. Да чтоб тебе. Ты поедешь или пропускать будешь? Ты поворачиваешь? Нет. Ой, ты собака сырый. Какой хороший человек. Двигайтесь прямо. Двигайтесь прямо. Покидаем гостеприимный город Падука. Ударение на У. Я его сначала прочитал. Падуча. Это болезнь. Падуча. Падучая. Город болезнь позвал. Тут что-то, по-моему, там 10-11 год. Ты нифига себе, такие ямы, да? А по переписи населения здесь было около 20 тысяч народу. Так, едем во Флориду. Ехать там до хрена почти. Так, почти 850. Держитесь левее. Майлов. Затем продолжайте движение прямо. Тихо, 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 тихо. Да-да-да, я помню насчет тормозов. Погнали. Потихоньку рассвет. Так, а что ты не... ты потихонечку, медленно-медленно. Вы налево. Вот это лоубой тащит. Дейкэп. Интер тащит скотовозик. Вольваха тэнк тащит. И что там, никого нет? Проезжай спокойно. Что? Это опять красные. Можно потихонечку сейчас ехать, не спеша. Так, нам налево. Опа, 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 опа. Вот зараза, только остановился. Я еще перекресток не проехал, блять, он уже загорелся желтым, сука. Газу, 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 родной.
315 честных кобыл. Все отлично. Плачу наличными. Ой, хлебнул горячего кофе. Ого. Чуть-чуть сильно хлебнул. Не-не-не-не, это не то, о чем вы подумали. Действительно горячий кофе. Держитесь левее, затем продолжайте движение прямо. Двигайтесь прямо. Как скажешь, родная. Так, это мы сейчас едем на юг, получается. Юг, юго-запад. А, юг, юго-восток. Выехали рано. Ну, выехали, потому что я же не один еду, я с вами еду. А как получится, посмотрим, где-то, может быть, в 11, где-то так на обед пойдем. Потому что выехал рано, да, в 10, в 11, да нет, в 10. Не знаю, как получится. Пока все, катимся. Пока все хорошо, меня все устраивает, все красиво, кстати. Хотя это не дефолтные DLC. Нет, SCS, это Coast-to-Coast. Да, вот теперь вот там мы видим, да. Бедненько, все ровненько как бы идет. Просто равнинка, равнинка, равнинка. Ну так же не бывает, ведь она может быть равнинной, но все равно где-то плавный подъем, плавный спуск. Я смотрел разные видео наших русскоговорящих дальнобойщиков, да. И по этим южным местам тут они катались. Нету такого, чтобы вот была вот прям такая, как стол, сука, равнина, дорога. Ну нет, конечно. Да вы бы хотя бы там какие-то там перегибы там легонькие сделали бы там. Чуть-чуть выше, чуть-чуть ниже. А так ничего, блядь, не меняется. Вот чуть-чуть выше пошла дорога, да? Да ладно. Двигайтесь прямо. Двигаюсь. Так, до следующего трака мне надо пахать до 10 уровня и надо накопить 150 тысяч рублей, да. Зеленых американских рублей. Да, у меня пока 67 тысяч. Ну, то есть еще почти что сотку надо, блин. Ну, да, пока сотку накапливаешь. Так. Хопкинсвилли. Господи, дал же бог название. Жопкинсвилли. Ой, горячий кофеек. Двигайтесь прямо. Ну да, пустынка маленькая пока. Пустынка, пустынка. Ну, если бы мне удалось вот такую карту Coast-to-Coast построить, вот то, что сейчас есть, я бы офигенно был бы горд собой. Вот таким объемом работ. И да, здесь... Это же надо постоянно модернизировать эту карту с учетом новых DLC. Отрезать то, что уже не используется в каких-то штатах, скажем, в штате Техас, да. Вышел штат Техас DLC. Все, от Coast-to-Coast уже штат чик-чик отрезаешь. И надо коннектиться уже к дорогам штата Техас. И
так далее, и так далее. Это постоянно какая-то работа идет, плюс надо постоянно модернизировать саму карту Coast to Coast, добавлять что-то все новое, 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 потому что пока ребята с СТС разродятся, сука, пока они там сделают как надо, это еще карта Coast to Coast еще сколько скачиваний переживет. Местами так вот текстуры много, как-то вот, вот прям даже не скажешь, что это модовая какая-то карта, модовый участок, а не стандартная дефолтная DLC, богатая разными текстурами, кустарниками, травами, муравами. Конечно, когда, надеюсь, когда это все произойдет, когда СС сделают всю Америку и потянутся уже на Канаду и Аляску. Ой, да, ребят, сколько это время будет уже. Хотелось бы, конечно, чтобы уже к этому времени игра приобрела бы уже другой оттенок, большей реалистичности. Но же 16-й год, а ETS вообще 12-й год. Твою мать. Да, здесь, конечно, в АТС нет таких старых текстур, как в ETS, что касается вот карты Суровой России, особенно ранних ее версий, потому что Серега не модернизировал те участки старые, которые он строил еще давно-давно-давно. Это вот дорога от Хабаровска на Владик и от Хабаровска на север, на Якутск. Далее на Якутск. Держитесь левее. Потом, господи, куда там еще? На Уэлен, на Петропавловск-Камчатский. Это все не модернизировалось. Комсомольск на Амуре, Николаевск на Амуре, Новый Мир, вот те степи. Это нифига не модернизировалось уже давно и никогда. И точно Серега не будет проводить оптимизацию тех участков. Да надо ли оно, да хрен его знает. Как делает это его личное право? Не нравится, не покупай, не нравится, не езди. Но с другой стороны, если он выставил эту карту на продажу, так сказать, на общее обозрение, то любой человек, который купит эту карту, имеет право высказать свое мнение. Это мое такое мнение стопроцентное. Ты купил, деньги заплатил, и за эти деньги вот то, что получил, то и получил. Но если я чем-то недоволен, я имею право об этом сказать. Нравится мне этот маг. Внимание к деталям, приборка, руль. Ты смотри, ручки, весла. Блять. Сука, вот запиздил. Как еще машину не уебашил. Красавчик. Просто, сука, красавчик. Ну что я могу сказать? Просто красавчик. Нет, у меня повреждений нету. Если у вас нет претензий, то можете ехать себе дальше на здоровье. Это что называется, запизделся опять. Как-то так.
Будет меня Петруха обгонять, да и как не будет. Так, время 10:30. Да рано на обед, еще рано. Есть места классные такие, да, вот прям красиво нарисованные. Держитесь левее. Что меня вот вообще конкретно бесило в карте Канадрин? Это вот одна магистраль, скажем, две полосы, четыре полосы, толком мостов и речек, озер, а там такие природы, такие природы. Есть такое выражение? Там такая природа, там такие красоты, там так классно, так красиво, так обалденно. И это ничего не отражено в этой, сука, сраной карте Канадрин. Тогда нахер она такая нужна? Зачем тогда такую карту строить? Чисто просто покрыть расстояние и все. В чем прикол, блять, понять не могу. Держитесь левее. Ну раз уж я сунулся в эту тему, то придется ехать. Ладно, ну здесь пока еще ничего. Вот я вижу здесь более-менее разнообразие на Коста-Коста. Я вижу, что карта развивается. Ох, кофеек горячий пока не пролился. Нет, правда, кофеек. Ничего не добавлял. Кофеёк, это черный кофеёк. Делай кофе, ты вот так. Кто эту херню поет? Догадайтесь. Слова я поменял. К творчеству этого типа нет однозначного отношения. Сука, вот. Мне он годится в сыновья. Но не в том смысле, что годится. Нет, не годится, не дай бог. А в том смысле, что по возрасту. К его творчеству, если это можно назвать творчеством, отношусь далеко неоднозначно. Ни на телефон, ни как себе эти вот его плейлисты, альбомы слушать не буду. Но, сука, есть в нем какая-то... Галле, да хрен, есть в нем какая-то харизма, которая притягивает, вот что-то, знаешь, я на себе не раз, ну вот за собой не раз замечал, что неплохо бы так вот раз включить там какой-то трек у него послушать, так чуть-чуть послушал, переплевался и все, потом раз опять надо послушать, переплеваться для какого-то деппинга. Так, а это что за новости такие прям посреди леса, ё-моё. Так, какой-то спуск, я только говорил там про отсутствие. Ух ты, тормоз прицепа вон внизу справа под рулем. Ух ты. А, это полоса для торможения вот справа. Ну, похоже, этот участок встроили. Потому что по карте... Сейчас я покажу, как он идет. Вот как я понял. Это просто раньше была прямая дорога, и потом, после модернизации, встроили вот этот участок. Проехал весовую, даже весовая не сработала никак. Значит, видать, эта тема еще тут не настроена, что ли? Да пофиг. Каскадия пошла.
Нифига они, слушай, так летят здесь. Я что, один такой тормоз тут? А, и вот пошла снова эта дорога. Похоже, вот этот участок просто встроили, потому что его раньше не было. Я, может быть, это не этой дорогой я катался, но вряд ли здесь что-то такое было. Так, время 12 час. Так, пора эту серию заканчивать. Надо вставать на обед. Теперь давай мой друг посмотрим. Читануга. Как говорят наши русские дальнобойщики, чья-то нога. Сука. Так, здесь есть сервис, здесь стоянка есть, здесь есть... Кенвер, понятно, тут стоянка. И куда ты сейчас вот поедешь, вот скажи, пожалуйста. Так, мы можем, конечно, малеха, эту тему объехать, чутка срезать вот этими путями, но сюда заезжать придется. Тут заправка. Так, еще. Здесь непонятно, что, если ехать сюда. Так, давай-ка мы, друг мой, вот мы сюда сейчас отправимся. Вот. Вот давай поедем так. Либо мы сюда заедем, либо мы сюда поедем. Ну, заехал сюда, отдохнул, да. А здесь, скорее всего, Ристерия. Так, сейчас проверим по топливу. Хорошей работы. Так, по топливу. Ну, пока нормально. Так, секундочку. Так, езжай по своей полосе, пожалуйста. А то опять сейчас встретишься с кем-нибудь. Так, того петруху одиночки желтого. Да и как бы так и не видать, злоубоем. Где-то, походу, там застрял в пробке. Воу. Ишь ты, какое разнообразие, смотри. Мама дорогая. Так, что-то там у нас направо дорога уходит. Ну вот есть, да, вот. То не есть некоторые участки, скажем, которые я уже отмечал. Такие плоские. Держитесь правее. Некрасивые, неинтересные, да? А есть вот как эти участки на этой карте Кост-то-Кост. Были ли они раньше, я сомневаюсь. Мне кажется, это все постепенно все делалось. Но вот здесь вот не скажешь, что эта карта какая-то там модовая. Окажись вот на ней, скажешь, ну да, это DLC какая-то. Какое-то. Какие-то. DLC. А, кто знает, вот напишите, кстати, как это расшифровывается. Я знаю, как это расшифровывается по-английски. Не, я не знаток английского языка, нет, конечно, но я знаю, что это такое. DLC. Вообще-то оно как бы там два идет английских слова. И по-русски тоже переводится. Если писать правильно, то D большая, L маленькая, C большая. Ну, если так вот. Хотя, может быть, правильно писать даже все три буквы маленькие. DLC. Да, кстати, ребята, если знаете, напишите, что это такое. Я вот знаю, что это такое. Я даже скажу по-русски, как это переводится. Загрузочные конструкции. Или загруженные, или загрузочные. Как-то так вот. Или, ну, как-то так. Загрузочные, пусть будет так. Загрузочные конструкции. Так, нам направо. Вижу.
Держитесь правее, затем так, стоп. Съезд справа. Ты же хотел на обед куда-то ехать, боже мой. А, вот, все, понял. Так, это убираем, сейчас поворачиваем и на обед. Все, я уж думал, все пропустил. Все готово, приятной поездки. Да, спасибо, Галинка. Спасибо, Держитесь Гала. Держитесь правее, затем съезд справа. Съезд справа. Так, нам налево сейчас. Держитесь левее, затем поверните налево. Так, нормально так уже по времени еду. Сейчас видео будем поверните заканчивать. Поверните налево. Сейчас будем заканчивать видос. Встанем на обед. Время почти что час. Нормально так проехал. Да я бы раньше остановился, если бы было когда. Ждем-с. Ой, все, погнали. Обожаю, слушай, мешать вот этой мешалкой передачи. Прям вообще конкретно прикольно, классно, интересно, честное слово. Делитель, мультипликатор, все, вот ручка, у меня ручка стоит. У меня вообще руль Logitech, педали, разумеется, три штуки от Logitech, то есть G27 и КПП. А ручку я поставил от Scania Shifter. Купил в группе КамАЗ Project. Так, вот у нас тут Ристерия. У меня, как всегда, кто бы сомневался, у меня все с собой есть. Топливо. Слушай, можно на заправку заедем? Поехали на заправку. Потом, если что, там нигде, если отдыхать, заедем сюда отдохнуть, но долью-ка я полные баки. Баки. Так, ага, хорошо, тут что у нас тут? А что тут такое вообще? Что за бизнеса тут какие-то? А, школьные автобусы, парк, понятно, все, понял. Так, нам сюда. Так, тут вставать негде, так что заезжаем на Ристерию. Нифига мы залили, получается. Так, галлонов мы залили 138,67. Стоимость в бакинских 767. И цена за галлон 5,53. Так, ну что я скажу, нам тут встать негде. Хотя тут есть где покушать. Опа! Сука, грузовик пропал. Прицеп. Так, опа! Смотри! Сейчас Каскадия пропадет. Это как так-то? Сука, эта заправка проклята. Все, валим. Валим отсюда. Нахуй, я даже жрать сюда не пойду. Сука, тут ведьма-хозяйка. Так, стоп. Так, я ведь не зря сюда поехал. Не зря. Так. Нет, все, потом развернемся и все, нормально. Господи, перепугался уже.
направо сейчас. Полный бак у нас есть. Красота. Вычисление нового маршрута. Не-не-не-не-не. Нормально все. Нормально все. Так. Нам сюда. Заезжаем на Ристерию. Сейчас отдохнем, пообедаем. У меня все с собой есть. Все, что нужно, у меня все есть. Поиск нового маршрута. Так, здесь у нас что-то весовая, да? Так, давай-ка мы вот сюда. Нам это весование. Она, кстати, не работает сегодня. Так, кому не нравится, пусть пишут заявление, что я не там встал. Все хорошо. Так, а я даже никому не помешаю. Ну вот и отлично. Ой, да. Так, вот тут еще, блин, 4 метра осталось, да? Все, нормас, и там нормас. Все хорошо. Все хорошо. Прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. Даже есть сортир, будочки такие стоят. Главное, чтобы никто не уронил тебя, пока ты в этой будке сидишь. Очень смешно. Так, ну что ж, друзья, спасибо за просмотр. Спасибо, что были со мной. Оставляйте комментарии, оценивайте это видео. Подписывайтесь на канал. Бейте в колокол, чтобы быть в курсе выхода следующих новых видео. Переходите по ссылкам под этим видео на мой плейлист АТС Трак Драйвер Олег и на мою страницу ВКонтакте. ВКонтакте полно скринов по Евротрак, по Америке и по суровой России. Заходите, добавляйтесь, буду рад. Всем спасибо, всем пока, увидимся. До новых волнующих.